Всем привет, друзья, гости нашего канала, а также наши подписчики. С вами, как обычно, канал Питбули Блэк Мамба. Друзья, я сегодня без оператора от Бога, поэтому придется делать все самому. Конечно же, как обычно, когда я хочу записать видео, начинаются какие-то работы на улице. Сейчас там делается асфальт, надеюсь, это не помешает нашему видео. Друзья, о чем я вам говорил? Конечно же, когда надо снимать, обязательно происходит вот это. Ну, что поделать, пусть делают. Ну а мы дальше продолжаем снимать видео. Также хотел бы вам принести слова благодарности тем людям, которые нас поддерживают. Спасибо большое. Мы действительно показали вам в том видео, наверное, не все, что бы вы хотели увидеть. Но мы все равно показали, насколько это большой труд ухаживать за животными. Особенно в таком небольшом пространстве, как мы живем. Но все равно, друзья, с вашей помощью, с вашей поддержкой мы справляемся. И нас это еще больше мотивирует. Спасибо вам большое. Ну а в этом видео, друзья, я хочу вам показать все то, что, в принципе, я делаю. Да, то, что я особо вам не показываю, я думаю, это будет интересно. Вы посмотрите всю нашу жизнь. Единственное, конечно, сегодня в кадре не будет Ирины, потому что она находится на работе. Как я говорил, я сегодня без оператора от Бога. С ней куда намного проще, но ничего. Я думаю, мы справимся и покажем вам нашу жизнь. Привет, мой маленький Мур. Привет, мой маленький Мур. Вот такой вот маленький Мур. Пока я тут с вами записывался, я тут раз смотрю, а у нас там кто-то лежит. Вот такой вот маленький черненький Мур. Как твои дела, Чипси? Ой, какой ты красивый чипсокот. Вы также спрашиваете, чтобы мы его показывали. Ой, Мур, у тебя что за приступ нежности, а, Мур? Ой, такой вот красивый у нас Мур, ребят. Жалко, он не так часто в кадр попадает, потому что вечно там где-то бегает. Попробуй найди этого Муру. Да? Попробуй найди вот этого Муру. Котика вот этого, обормотика, да? Вот это киса. Ай, какой красивый ты киса. Красивый Мур, друзья, красивый. Ну а теперь, друзья, мы попадаем, как я уже говорил, в святая святых моего геморроя. Привет, Бертруда. Привет, моя девочка. Привет, моя хорошая, Карлуша. Рончик вон там вот лежит, ребят. Да-да-да. Что это там за мостичка такая, а? Что это там за мостичка такая? Карлунечка, привет. Китаёза ты наша. Ой, ты что за мостичка такая? Ой, девуся. Вот такая вот девуся. Ну, а мы, ребят, сюда не просто так пришли. Мы вам будем показывать... Да, мы вот там все вместе толпой лежим, а вот здесь мы писаем и какаем. Как вы видите, здесь уже немножечко у нас почищено. Да, я это убирал, ребят. Мой, кстати, а где мой друг шпатель, интересно? Потому что я что-то его найти не могу. Так, шпателя нету. Ребята работают. И мы будем работать вместе с ними. Так, я не могу найти своего шпателя. Куда я его дел? Сейчас мы посмотрим. Привет, детиши. Вонючие, маленькие, грязненькие детиши. Что ты там, блядь, цокаешь? Что ты цокаешь, что, блядь, ты? Говнюшонок маленький. Это кто тут, а? А, это дикая девка. Дикая лица. Ты моя царица. Да? Дикая львица. Ты моя царица. Ай, мои малыши. Так, пойдемте-ка быстренько найдем шпатель. По-моему, если я не ошибаюсь... А, ну да. Вот мой шпателечек. Хотя не знаю, зачем я его беру. Ну ладно. Что? Детки, знаете, как, друзья, это было? Мне очень тяжело это показывать. Вот здесь вот то, что было накакано, я брал вот так вот, смотрите, зашкрябывал. Так вот собирал в миску ту складывал. Вот так вот делал, складывал. В общем, не поверите, набрал практически полную миску. Но сейчас, друзья мои, вы все увидите. Это что за красавец такой, а? Это что за красавец? Что за красавец? Это что за мальчик такой? Мальчик? Это какой такой вот мальчик? Ой, какой ты красивый! А это что? Да, все, надо убираться, ребят, все. Ребятки растут, какают много, описывают много. А это кто это у нас там? Да? А вот она, Ванесса.
А это там тоже одна из моей любви. В общем, короче, все мои любимые собаки все здесь. Господи, как мне нравится этот помет, друзья мои. Как мне нравится этот помет. Сколько здесь много интересных особей. Ванесса, ты как обычно в кадре. Ты как обычно самая хорошая девочка с такими шикарными глазами. Вот такие вот зубы у Ванессы. И это что это у нас? Кто это у нас? Это у нас вирус, мальчик. Это у нас тоже Ванесса, Косака, вирус. Вирус тоже очень общительный парень такой, на самом деле. Всегда готов общаться. Ой, это девка, бабочка. Вот такие вот малышата наши. Да вы наши малышата, говнюшата. Ванесса. Ты похожа на морщинку ходячую. Это что это у нас такое? Ходячая морщинка Ванесса. Ванесса, ты слишком много движений делаешь. Ты будешь терять граммы. Ты же понимаешь, что ты граммы будешь терять? Нельзя. Вирус. Ты вирус, да, или кто? А, нет, это наша куколка. Это у нас, получается, будет... Ты у нас будешь виспа. Виспа, девочка, красоточка. Ой, вон, смотрите, вот эта вот сука-то чисто шоколадная. Оп. Оп, 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 оп. Делаю щелчки такие, ребят, смотрите, как они. Оп, 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 оп. Малышня, 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 наши детки, малышня. Так, фу, ну что ж. Пора, наверное, на этот вот свет вот такой ставить телефон и начинать снимать. А вы будете смотреть, как это все будет происходить. Но, прежде всего, чтобы нам это сделать, нам надо, друзья, освободить вот эту клетку. Да, как обычно. Карлони. Карлони. Стоямба. Стоямба. Давай в гости к Бертруди. Давай. Нет, нет, нет. Стоп, девочки. Ну-ка. Давайте. Вот. Ой, какие вы громыхающие девочки. Вот такие вот громыхающие девочки. Так, ну что? А наша задача теперь взять клеточку. Вот так. И поставить ее вот сюда. Все, клетку мы поставили. И теперь... Нам наша задача пересадить сюда малышей. Блин, они опять сейчас такой вой поднимут. Пока я тут буду убираться, они поднимут вой. Вы, кстати, все сегодня увидите. Увидите абсолютно сегодня все. Да? Вот тебе на. Вот мы опять писаем, дикая девочка. Это которая дикая львица. Ты моя царица. Красотка просто. Ну без тебя, пацан, ну никуда. Ты мне Ванессу скоро будешь напоминать. Где булочка, пирожочек? А вон там она лежит. А это шикарная сука, но очень злая. Ну, вроде нежная. Ой. Две девочки мои. Ай, вы мои две девочки. Две мои конфеточки. Две мои конфеточки-девочки. Ой, друзья, я сейчас как представлю, что мне это мыть и убирать. Я просто в ужасе. Ну, быстренько вам покажу этих курочек. Курочки. Курочки. Вы мои курочки. Бертруди. Да я потом всех выпущу. Дайте мне только убраться-то. Я же вас закрыл недавно, чтобы я мог убраться. Так что вот так вот, ребят. Кара. Бертруда. Пацанчик Рунди. Ты со мной будешь все делать? Ну, можешь со мной. Так, ага, в папашу начинает, ты смотри-ка, а? Нет-нет-нет, нет-нет-нет, мои деваши, нет-нет-нет. Вдвоем им, конечно, там тесновато, но пусть пока потерпят. А мы будем аккуратненько пересаживать банду. Вот эту вот банду будем пересаживать. Да, бандиты? А, вы бандито, ганстерито. Пересаживаем малышей, друзья. Ну что ж, друзья, погнали пересаживать щенков и делать уборочку.
Малышата. Так, ко мне. Ко мне. Опа, первый пошел. Раз. Два-с. Три-с. Три-с. Семь. Идите сюда. Ко мне. Семь. Восемь. И последний. Девять. Так, все, закрываем. Ну что, друзья, щенков мы засунули в клетку. Все. Кстати, клетка, как вы видели, была чистая, да? Пока я все это буду делать, а мы с вами посмотрим. О, да-да-да, запивон, да? Запивон пошел? Скоро мы с вами, друзья, узнаем, что они с ней сделают. Ну, а мы будем это убирать. Вы сейчас посмотрите, как это все будет выглядеть. И мы тебе буду показывать, как это все будет. Я думаю, наслаждайтесь уборкой. Ну, я думаю, все люди любят, да, когда кто-то что-то делает, а все сидят и кушают. Ну, ладно. Ну, правда, конечно, не под приятного аппетита, но все равно. Ну что ж, друзья, я вытащил сейчас уже конкретно так пропитанное от писи и каки одеяло, поэтому направляемся в ванну. Прежде всего, конечно же, нам надо замочить эту ванну, это одеяло. Почему? Потому что в стиралку, друзья мои, это кидать просто нельзя. Потому что, ну, угробим стиралку сразу, на раз. Поэтому сейчас я это закидываю, немножко замочу, ну и возвращаюсь сюда, здесь все убирать. Где мой друг? Ну и друг мой в помощь, без него никуда. Друзья, о чем я вам только что и говорил? Ну вы посмотрите, а. Вы посмотрите на этих свиней. Вы не собачки, вы хрюшки. Вот, я только посадил вас минуту назад. Ванесса, это твоих рук дело или чьих? Ванесса, ты самая большая, так что давай разбирайся со всеми. Уже написали, уже на... Да, господи, детки. Зачем вы вот это делаете, а все? Так, я тут вытряхнул одеялко, ребят. Ну, это мы будем делать потом. Вот оно лежит. Сейчас мы отправляемся в ванну. Что ты, а? Вкусно? В общем, отправляемся, друзья, в ванну. И будем замачивать вот это вот одеялко. Ну а теперь, друзья, наступает самая неприятная, скажем так, часть вообще в этой всей вещи. Это помывка этого одеяла. Как я вам уже говорил, ребят, это одеяло ни в коем случае нельзя засовывать в стиральную машину, вы просто его угробите. С одной стороны, вам сейчас кайфово. Вот кто, допустим, мало ли чего столкнется с какими-то проблемами или у кого-то забеременеет собака и ожидается щенки, вы в этом видео много чего увидите и много чего поймете вообще, что происходит и как это все выглядит. А выглядит, ребят, это вот так вот, не самая приятная процедура, но что поделать, когда мы заводчики, когда мы владельцы, когда мы воспитываем наших, скажем так, малышей, да, поэтому выбора нету, приходится вам показывать действительно так, как все есть, и не самую хорошую процедуру, ну а что поделать, это жизнь,
И без этого просто никак. Ну а вы сейчас наблюдайте, как я все буду это делать. Прежде всего, друзья, обязательно поставьте защиту какую-нибудь, да, сеточку в любом случае, вот такого варианта, чтобы вот все, что отсюда вылилось, не попало, соответственно, у вас в фановую трубу, и нам еще этого не хватало, чтобы труба забивалась. Ну и, соответственно, есть еще одна проблема. После вот этих всех вот таких вот процедур, которые я делаю, обязательно помывка ванны. Ну, тут выбора нету. Ну что ж, приступаем. А вы наблюдаете, что это такое? Ну что, друзья, вы сами видите, какой трэш просто происходит. Но выбора нет. Блин, миска? Да хрен с ним. Буду использовать миску, потом помою. Так, сразу поставили миску на место. Ну и ждем пока. Да, сеточку сразу говорю. Сеточку, друзья, обязательно. Потому что без сетки это будет жопа. Вы сами видите, какой здесь трындец. Ну, это малыши, это детки. И они... Вот такие вот конфетки, эти детки. Что ж, продолжаем дальше. Подготавливать, друзья, к стирке. Thank you.
Друзья, ну что, первая процедура, в принципе, закончилась. Ну, как сказать, закончилась. Вы сами видите, что, в общем-то, здесь работы еще очень много. Но нам надо кое-что сделать. Все, что мало ли чего, все. Почему сеточка? Потому что мало ли какое-то говнецо, оставшееся прилипшее, есть. И мы всегда, по крайней мере, шерсть, там, говнецо, оно в любом случае осядется на этой сеточке и будет хорошо. Ну, а нам надо дальше все вот это вот выжать. Ну, как вы видите, друзья, действительно, вот это в стиралку, ну, категорически ложить не надо. Представляете, после... класть, точнее, извините, пожалуйста. Представляете, что будет с вашей стиралкой после первой вот такой вот стирки, если вы это все... не замочите и ничего с этим не сделаете. Вот такое, друзья, я вам не показывал. Вот эту вот всю процедуру. Ну вот она. Эта процедура. Вот такая вот, какая она есть. Это просто жесть. Вот. Смотрите, наблюдайте. Вот так вот это все и происходит. Блин, весь обылился. Ну, конечно же, я весь облился. Просто полностью. Ну, что поделать? Вот так вот у нас все сейчас готово. Руки все мокрые, все грязные. Ну, ничего, друзья. Вот такая вот у нас работа. Работа собачников, работа заводчиков. Ну, а это, в принципе, уже готово. А мы направляемся в комнату. Ну что ж, друзья мои, теперь мы приступаем к самому важному. Это уборки уже внутренней вот этой вот чаши. Мне здесь понадобится шпатель. Ну, я же говорил, что это мой любимый инструмент. Собачий совок, собачий веник, ну и, соответственно, пакет. Пока, чтобы это все не топтаться, первое, что нам надо сделать, это надо вот это вот все собрать быстро, чтобы нам это здесь не мешало, и мы это не растаскивали. Дальше я все покажу, как это все происходит у нас и как живет канал Питбули Блэк Мамба. Так. Ну все, основное мы все собрали. Слушайте, ребят, ну слава богу, смотрю, после моей первой чистки у нас практически здесь ничего не осталось. Да, практически ничего не осталось, поэтому я вам покажу сейчас, наверное, другое место, которое я буду очищать. Здесь, слава богу... А, ну только, конечно, вот эти вот стены, но это я все сейчас покажу. Ну что, друзья, приступаем к основной работе. Дальше что нам надо, ребят, сделать, особенно мне в этой ситуации, это приподнять вот эти вот места. Это очень важно. Каждый раз приподнимаю, и каждый раз мне там куча сюрприза. Но как же без этого? Без этого никуда. Подметаем дальше. Я думаю, сегодняшнее видео покажет вам многое. Одно дело, знаете... рассказывать, как это тяжело, да? Другое дело, друзья мои, показать вам. Вот Ира мне тогда в предыдущем видео говорит, тебе надо было заснять это, говорит, показать это все, чтобы люди видели, как это все происходит. И она права. Она права. Зря я это не заснял и вам не показал. Потому что это было бы наглядно бы все видно, как это все происходит, что мы делаем.
Так. Чё, обосрешь, чё, а? Ай, господи. Малышня-то малышня уже всё уделала. Абсолютно всё. Ну, а теперь надо почистить здесь. Без шпателя в этой работе никуда. Шпатель – это твой лучший друг. Привет, малышня. Ну что ж, ребят, смотрите, в принципе, уже не так все плохо, да? Осталось взять губку, которая вот эта вот у меня стоит здесь. Это у меня, сами все знаете. Это мой друг шпателёчек. В общем, я здесь подшкрябал. Вообще, конечно, бы хорошо здесь все отшкрябать, но, друзья мои, вот, чтобы вычистить эти стены, вы здесь будете часа 4 сидеть, это все, чтобы это было бело. Это даже без вариантов. Да тем более, знаете, в чем беда? Вот они какают вот как раз-таки вот в этом вот месте. И то есть вы вычистите все, вопросов нету. Они вот здесь вот это все делают, а, грубо говоря, вот здесь вот получается, они, видите, встают задними лапками, да, и передними вот это все как раз-таки и пачкают. Поэтому нету смысла вычищать действительно все до бела, потому что, ну, блин, друзья мои, это будет, если хотите, пишите в комментариях, я действительно как-нибудь это вычищу и посмотрим, они за сколько это угадят все. Но я думаю, это будет за день превратиться все то же самое. Так, ну что, здесь у нас пока все то же самое, да, малышня? Здесь у нас все то же самое, а? Говнюша-то, что ты там делаешь, а? Зуб сломаешь. Не надо это делать. Так, девочки у нас там тоже что-то с ума сходят. Пойдем посмотрим, что там девочки делают. О, слава богу, рабочие наконец-таки перестали работать, хоть тихо стало. Ну, сейчас, малыши, сейчас моя девуся, сейчас моя Карочка и Бертруся, сейчас выпущу всем. Вот, смотрите. Привет. Привет, медвежата. Привет, мои медвежата. Ай. Привет, мои медвежатки. Ай, вот это красивая, сука. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это все, это пипец. Вот ты под мытье, тебя под мытье. Да, о, ну да, эти. Ай, вот в этом-то вся проблема. Вот они не знают, друзья мои. Вот видите, вот я вот начинаю убираться, вот сюда вроде все делаю, а они, зараза, мне вот так вот устраивают. Блин, надо сейчас что-то с этим быстренько сделать, потому что это несерьезно. Ну, смотрите, пообоссался. Так, ладно, быстренько уберем это, хотя бы хоть как-то, что это несерьезно. Только...
Да ты издеваешься, блин, а? Ты... Не, ну вы это сейчас видели, а? Да? Кто это? Девочка коричневая. Да? Только что я все убрал у вас, чтобы вы тут хотя бы хоть как-то, вы все равно все уделались, опять в очередной раз. Да? Что ты, Ванесса, мне своим язычком гнем? Что? Вы все равно они, ребят... Блин, это жесть, просто вот это помог, где это там? Вон она там сидит, взяла, вот! Да ладно, господи. Детиши, так, не падать, аккуратно. Аккуратно, стой. Блин, шутники фиговы, малыши, блин. Реально поугарать надо мной решили, что ли, или чего? Да? Сколько я буду сейчас за вами тут убираться? Нашли личную уборщицу. Да? Личную уборщицу нашли, а? Вы... Говножопы. А, это походу без варианта. Ладно, что, надо мыть швабру, в общем, и убираться здесь. Как-то так. А эти чудят дальше. Ну что, друзья, все. Помыл швабру, осталось сейчас только мне вот здесь вот все нормально вымыть. И, соответственно, застелить здесь сухенько и чистенько. Ну и перенаправить малышей уже сюда. И... В принципе, останется только чисто, знаете, этот, ну, внешний марафет сделать, соответственно, подмести полы, помыть их, ну и все. И, в принципе, все готово.
Вы, в принципе, уже достаточно многое посмотрели, что я делал. И я забыл добавить одно, ребят, что это не генералка сейчас. Это просто стандартная каждодневная уборка, которая у нас происходит. Но то, что мы вам особо никогда не показывали, но все-таки настало то время, чтобы все это увидели. Это не генералка. Почему? Потому что отсюда не выкатываются велосипеды, не двигаются клетки. Поэтому я это генералкой назвать не могу. Когда генералка здесь поднимается, во-первых, я этот ставлю боком, да, загон, я вытаскиваю отсюда велосипеды, я вытаскиваю клетку, в общем, я вытаскиваю все. Ну а сейчас, в принципе, здесь сделано, чтобы было более-менее чисто, да. Я понимаю, что то, что я сейчас делаю, это действительно не начисто, да, это чтобы поддерживать чистоту, это не генералка. Ну, осталось нам, грубо говоря, сейчас здесь подмести полы, чтобы не растаскивать по всей квартире этот мусор. Ну и все, на этом все. Ну что ж, ладно, подметаем. Ну что ж, вот в принципе основная часть у нас и закончилась. Теперь нам осталось взять плед, постелить сюда плед и отправить уже щенков. Я думаю, это показывать вам, наверное, не стоит. Вы, в принципе, видели, как я стелил одеяло. То же самое я буду делать с пледом. Ну а когда сделаю, когда всех этих малышей отправлю уже сюда, тогда я вам и покажу, как это все выглядит. Друзья, ну что, вот у нас все готово. Теперь... Что нам надо сделать? Это взять и перенаправить в Ванесса. Так, следующий. Иди сюда. Вий. Иди сюда. Кто ты? Кто ты у нас? Вий. Так, это у нас Винстон. Это кто? Это Вивальди. Вивальди, это у нас Виспа, так, это у нас, хрен пойми пока кто, ай-яй-яй, о, ой, да не надо,
Дайте мне спокойно это все сделать. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай! Ай-яй-яй, блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ноги-ноги. Бля, сваливаем отсюда. Быстро. О, пипец моим ногам бы сейчас пришел. Фух. Ну давайте, обосрите все. Я же знаю, вы сейчас это сделаете, да? О, кто-то уже намеревается, вон. Да? Ванесса, не вздумай! Нет, Ванесса! Конечно, зачем? Да? Вон, уже написали. Вот, конечно, чистенькое. Да? Дед вам сделал все чисто, да? А, вы? Вот, еще, ты ж там спишь. Кто ты? Вий или Рон? Ну-ка посмотри на меня, балбес. Кто ты там такой? Эй! Малыши! Да-да-да. Видео с чего начали, грубо говоря, тем и заканчиваем. Нет-нет-нет! Вот она, скотина, кто это делает, да? Вот эта зараза! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Это было очень опасно. Это было очень опасно. Так, ну что? Ну, здесь, в принципе, не такой бардак, как остался. Ё-моё. А вот это плохо. Сейчас надо будет это обратно застелить. По-нормальному, по-человечески он копает. Ну, этому пледу придет, в общем-то, в любом случае конец. Что они его быстро уничтожат. Я думаю, мелкую кару сажать туда не будем. В следующем видео опять посмотрите на этих. Говоришь, а да харе копать-то уже, а? Так, ну-ка, сейчас по мордасам надаю. Рвете. Я вам для чего это стелю, чтобы вы рвали все, а? Что? А, Рон, подбитая твоя морда, Рон. Да? Где морду уже подбил? Дерзкая сучка. Фух, ну что, в общем, вот так вот, да, ну это пипец, конечно, надо все быстренько, Ванесса, ну-ка, показываешь плохой пример всем. Откормлен ж. Вон тумба такая ходит, а? Фу. В мусорку. Девочки с ума сходят. Кара! Девки! Все. Знаете, сейчас дурковать начнут, в принципе, что, как обычно. Ну что, в общем, вот так вот, ребят. Мне останется помыть только поддон этой клетки и поставить ее на место. Пол. Ну, пол более-менее. Я же говорю, это не генералка, ребят, была. Это была просто у нас каждодневная уборка. Есть косячки, но, понятное дело, без них никуда. Но я сейчас кому-то по этой Ванессе на этой жопе надаю. Так что показываешь другим своим братьям и сестрам, а, Ванесса? Ванесса, я тебе сейчас по твоей круглой, блин, и морщинистой жопе. А ты что, пришла? А. Тут сестра играется. Винс, да? Или, а нет, ты не Винстон. Ты у нас вирус. Вирус, малыш. Угу. Очень на Рона похож. Вот этот кобель очень на Рона похож. И мордой похож, и всем похож. А, черные рундельки в любом случае. Хотя и суки есть рундельковские, есть и такие люшины. Я тебе... Тут... Вот ты... Кто это делает, а? Эй! Что? Кто это делает? Банда прошмандота, блин, а? Что? А что ты? Ты как мама твоя сразу, а? Ты как мама? Если что-то сразу надо подмазываться, да? Ай, ты хитрючая эта девчонка.
Ай, ты хитрючая девчоночка ты. Ай, девчоночка, хорошая девка, очень мне она нравится. О. Кто-то там дерется. Винстон непонятно с кем. С кем? А, Винстон с Роном дерется. Вин! Так. Ты чего, блин? Рон! Совсем сдурел, вы это видели, а? А это кто, Ванесс, что ли, решила разобраться? Ванесс! Да, Ванесс, масса. Ну, Ванесса спокойная обычно, она хоть и играется, но она не чудит, да? Рон! Арон, ты какой-то прям лютый. Вы видели, сейчас брата своего налетел? О, Ванесса, смотрите, за лапу взяла. Ванесса! Что с тобой случилось? Ванесса, ты была такая спокойная девочка. А сейчас Ванесса вон что чудит, а? Ванесса разбушевалась. А с ее уж габаритами подавно попробуй с ней справься. Ты смотрите-ка, мы за пах кусаем. В пах туда лезли. Я... Блин, такая интересная сука, конечно, вот эта вот вон. Которая вот та вот. Вот эта вот. В горло работает. Пыталась сейчас письку Ванессе откусить. Дурдом. Фух, вот такие вот братья и сестры. Кто там? Опять он кто-то кого-то бьет. Это Рон, что ли, опять? Или нет? Или вот Рон сейчас по морде посмотрит. Нет, это Рон. Вон. Опять Рон что-то творит. В чистеньком, смотрю, детям нравится. Бой происходит полный. Кто это тут у нас? И вот эту всю суку с Ванессой путаю, вон. О! Все, Ванесса, смотри-ка, а? Ванесса, а что это у нас голос прорезался? Ты вроде такая спокойная была. А хвост крючком. А, хвосты-то какие крючком, а? Посмотри. Ай. Бум. Я не понимаю, здесь такая каша-малаша, что кто кого бьет, я даже и не знаю. Здесь кто-то кому-то вечно пытается навесить люлей, вон. Здесь... Без трепа. Ну, смотри. Кто, Рон, что ли? Нет, не Рон. А кто, подожди, или Рон? Нет, Рон вот скачет, как дурак, а это Ви. Вот, Ви. Ага. Ви, отстань от него! Господи, здесь что-то какое-то... Мама родная, что здесь происходит? Да просто, вот честно, я не знаю, ребят, как это комментировать. Надо их скоро по домам отправлять нафиг. 2 месяца стукнет, и все, и все по домам. Все по домам. Все. Вы сами наблюдаете, что здесь творится уже. Я же говорю, ненароком вот так вот раз-раз-раз переиграются, и начнется жесть. А вон, уже начинается, смотрите. А? Вон и полетело. Напал. Бум. Свалил. Ну что ж, друзья, вот такой вот дурдом вы увидели. Вот такой. Тихо! Ну а вам спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. С вами был канал Питбули Блэк Мамба. До скорой встречи, друзья!